Пародонтит – хронический воспалительный заболевание зубочелюстной системы, который сопровождается постепенным разрушением тканей окружающих зуб пародонта и уменьшением объема костной зубной лунки и всего альвеолярного гребня. Название пародонтоз считается устаревшим, но подразумевает аналогичный пародонтиту процесс. Таким образом, к факторам, провоцирующим развитие заболевания, относятся следующие явления. Нехватка витаминов, нарушение в работе желудочно-кишечного тракта, сбой в работе эндокринной системы и гормональные изменения, сахарный диабет, активное курение, врожденная предрасположенность, наследственные факторы –